Меня нарисовали, и все на этом успокоились. Ниточку опустила, да, сюда, по обе стороны. Раз в строительстве, вот где-то прямо Жигова строилась, знает. А еще где? Крану, если подъемную. Ну, видели, да? Да. Ну, вот давайте посмотрим. Вот здесь у вас есть применение блока, так, ну, давайте посмотрим. Очевидно, идет стройка, да? Можно открепить это сюда? Можно открепить. Дорогого? Ну, используется для подъема вверх. Например, строительных материалов. Строителю, который должен доставить кирпичи на крышу, не нужно тащить их по лестнице. Он может, стоя на крыше, тянуть веревку вертикально вниз, и носилки с кирпичами будут подниматься. О! Пришел, устал. А там уже связка с кирпичами давно. Сирия, неизвестно, еще про силу говорить пока не будем. Чтобы увидеть свой... Ну хотя бы в скорости, правильно? В быстроте действия. В быстроте-то можно выиграть, правильно? А вот выиграли мы в силе или нет, мы сейчас проверим. Наконец-то наступил такой момент решительный, когда Абрамкин может что угодно сейчас тут делать. Итак, ребята, вот сейчас у вас в коробочках есть все, чтобы посмотреть, как работают блоки неподвижные. Неподвижный блок я уже прикрепила, вам осталось ниточку перебросить через блок. К одному крючку прикрепить груз, прикрепите в 2 ньютона. А с другой стороны, попробуйте подействовать силой, держите вдвоем, потому что одному неудобно. Нет, ну выигрыш в силе, вот скорости вы сказали, слава богу, быстрее, чем бежать по лестнице, тащить на спине кирпичи. А вот тут тянуть можно, прикрепляем динамометр к второму крючку. По второму крючку динамометр мы прикрепляем. Ну да, и на самом деле грузы надо прикрепить. Грузы держи, чтобы они не свалились. Да наоборот, ты это делаешь. Да что, ну добраться я не могу. Как это нет? Ну как вот так. Во, молодцы, девчонки, молодцы. Конечно. Вы наоборот тянете неудобно в нос, да в лоб себе. Вот и все. Ты придерживай ему, помогай, значит, чуть-чуть, чтобы она, например, чтобы опорочка. Ничего. Ты грузики немножечко. Вот и все, придерживай. Да. Ну, я вижу. Зачем мне? Ну, а зачем мне? Да? Ну? Что так же, как же? Так. Ребятишки, ну и как? Вот сколько ты выиграл, а? Блин, сколько выиграл? А? Больше не сколько? А зачем тянешь-то? Удерживай его, зачем? Ну сколько? На сколько сейчас? Удерживай, и все, зачем ты там? Ну так а ты ее можешь вообще до всего растянуть. Ты дух, ребята, ну-ка что вы подрезьте, удержите. Удержите, я посмотрю, равно его нарисовать. Держите в равновесии, чтобы он не двигался никуда, не сюда. Держите, спокойно стоите. Посмотрите на показания динамометра. Сколько у вас есть динамометра показывает? Сколько?